Всем привет, дорогие мои, с вами Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн, и это обзор и новинок, и не новинок, опять побольше всего. Итак, первое, что бы мне хотелось вам показать, это салфетки. Это влажная туалетная детская бумага 0+, с артикулом 30401. Крутая, гипоаллергенная, берем давно. Влажные салфетки для обуви 114-34, сейчас больно хорошо они идут. Снег, соль, город. Ну и салфетки от пятен 30-552, очень хорошо помогают. Далее, вот такая новинка, ароматизированная саше, очень вкусная. Знаете, самый натуральный bubblegum. Аромат очень яркий, клевый, классный. Мне понравилось. Я заказала еще, потому что этот у меня уже забрала дочка. Артикул 302.80. Реально очень вкусный. Прямо очень вкусный. Прямо натуральный bubblegum. Вот эта дынька, арбузик, все вместе в перемешку. Далее такие вот наклеечки. Они у меня уже на ногтях. Вот снежинки. Пожалуйста. Так, дайте-ка я вам увеличу. Да, такие вот снежинки. А тут елочка, пингвинчик и гирлянда. Такая вот красота. Мы повырезали, посмотрели. О, снежинок. Да, вальс снежинок 710.26. Очень красиво получилось. Классно на втирку. Это мне делала мастер. Тут у вас будет видеоролик. Так, далее уютная Скандинавия. Это, скорее всего, вот этот вот. Угу. Артикул 710.29, да. Вот такая вот уютная Скандинавия. Они слегка такие объемненькие. И зимняя сказка 710.27. Тоже хорошенькие, симпатичненькие. Далее побежим с вами по новиночкам. Это такие вот пакетики, календарики. Чего тут только нет. Артикул 710. Это переводные наклейки. Татуировки, вернее. Прикольные. Мне понравилось. Очень даже оригинально. 710.34. Прям очень-очень хорошенькие. Дикуся у меня их до такой степени сильно любит. Я думаю, что она их себе все и склеит. Ну, прикольно, конечно. Такое, например, на руку в Новый год. Раз. Дерево – это символ жизни. Можно и на руку. Красиво. Очень красиво. Так, дальше календари. Вот такие вот мелкие мелочи, которые тоже можно положить в подарочек какой-нибудь. Очень хорошенькие. Так, это у нас с кошечкой 781-212. Ицклер 781-208. 781-210. Мур-мур. Парфюмерная вода. И Ума. Наша новая линеечка. Недавно вышла 781-209. Реально хорошенькие. Можно и на закладке, можно куда угодно. Дальше вот такие пакеты. Вот этот я не могу. Он мне ужасно понравился. Он вообще клевый. 781-202. Ну, конечно, небольшой, но он подойдет подо все. Такой вот универсальный, хорошенький пакетик. С ручками совсем. Так, дальше. 781-203. Нежный такой, с зайчиками. И 781-204 с пироженками. С тортиками-пироженками. Тоже такой хорошенький. Но этот уже прям большой-большой, я бы вам сказала. Прям вообще. Попробовала я наконец-то шампунчик Алоэ Вера. Восстановление с концентрированным соком алоэ. 380 мл. Артикул 29.15. Ну что скажу. Бомбезный, клевый, классный. Волосики после него такие, знаете, грубоватые, но расчесываются нормально. Алоэ у нас идет 29.15. Запах обалденный. Все обалденно, здорово и классно. Если крапивный шампунь, у меня сразу забрала дочка. Хотя он мне не понравился абсолютно аромат нисколько. Но дочке он понравился, то мне вот этот прям самое-самое то. Я даже бы и не подумала, что они такие клевые. Новинка. Мыло, устраняющее запахи с аромаконтролем. Оно убирает все неприятные запахи, мягко, эффективно моет, не сушит кожу рук. Цвет точно цитрусовый микс. Так, артикул 302.00. Такое вот оно густое. Видите, почти не капает. Вот такое вот. Вот и запах у него. Ну, вы знаете, что-то нежное, легкое, но не bubblegum, как у освежителя для шкафа, да, картонного. Далее такие вот кремчики. Клевые, классные, все до единого приятные. Мне понравилось. Первый у нас с вами идет с артикулом 28.53, питательный с шиповником. Видите, такой вот светленький.
аккуратненький, очень такой густой, кстати, прям густой-густой. И запах у него обалденный, легкий такой, правда, пахнет шиповником. Второй увлажняющий с алоэ вера, 28,55, такой вот. Угу. Ну, этот более такой склизенький, но тоже плотненький. Склизенький, но плотненький. Все не идут 70 мл, кто привык к объему 75. Запах очень такой приятной свежести. Ну и с облепихой. Облепиху вот любит очень сильно моя сестра, а я вот не очень люблю. Но облепиховый желтенький, реально пахнет натуральной облепихой. У нас росло раньше дерево в саду облепиховое, ну и сейчас, наверное, растет. 28,54 запах. Прям один в один такой нежной облепихи, приятный очень. Но я ее, если честно, не очень люблю, облепиху. Кстати, если смешать все три, то получится классно. Итак, по акции бонус за покупку. На втором шаге заказа я взяла для себя укрепляющее, тонизирующее и регенерирующее действие зубная паста. Называется «Лечебные травы». Она такая нежно-зеленая, 22,44. Такая вот, видите, хорошенькая. Мягкое отбеливание, я ее не очень люблю, потому что она сильно мятная, но у меня и Катюшка ей пользуется, ну и я иногда пользуюсь, когда очень нужно. 22,46 действительно мягко отбеливает, не сильно. И экстра свежесть, это чисто Катина зубная паста, 22,45, часто ей пользуется Антон. Но вообще у нас несколько зубных паст в ванной, и они все хорошо пенятся, они все замечательные. Но я вот пользуюсь, например, только лечебными травами. Итак, гель для умывания для всех типов кожи вербена. Классный, 0,970. Вся линейка вербена, она идет вроде бы как 30+, но умывалку, я думаю, можно абсолютно любую. Заказала салфетки, хотела заказать штучек 10, потому что совсем закончилось, но забыла, как обычно, в корзине переправить. Артикул 910-269, это салфетки, их можно стирать. Они идеальны для сухой и влажной уборки, они подходят для любой поверхности, не оставляют следов разводов, обладают антистатическим полирующим эффектом, но самое главное в них, это то, что они экологически чистые, биоразлагаемые и не вредят окружающей среде. Поэтому, конечно, я целиком на них перешла. Далее кликнула вспомнить, что же за гель для интимной гигиены. Он оказался абсолютно без запаха, идет с иланг с илангом. Я вспомнила его, я им давным-давно, очень-очень давно пользовалась, он мне безумно нравился, но я его не стала заказывать из-за крышечки. Так вот, знаете, я им не буду пользоваться из-за этой крышечки. Я его перелью просто в пустую упаковку другого интимного геля. Артикул 26, 57, 200 мл. Он отличный, он суперский. И сколько раз заказывала, он мне всегда нравился. Далее, смотрите, как упаковывают плотно. Это у нас бальзамчик. Я думала, я его не заказала. Идет как новинка. 28,87 артикул. Он мне показался более такой мягкий, что ли, чем прошлогодний. Более мягкий, более желтый, более такой питательный. Оттенка он на губах практически не оставляет. Есть маленькая белесочка, но не сильная. Питает прям очень хорошо. Мне понравилось. Дальше взяла со скидкой 70% себе тональный кушон для лица Baby Face. Беру всегда с собой эти кушоны. Они клевые, классные. Смотрите, как все упаковано. Как все здорово, берете, тут отрываете, наносите. Это тоже нужно отрывать и наносить. Мне очень нравится, пока распаковывать не буду. Это у меня пойдет в запаснички, потому что такой открытый есть. Недостатков нету. Обалденный кушон, 67-10. Мой оттенок, он как раз подходит для светленьких блондинок. Кладется шикарно. Кладется до такой степени ровно, до такой степени хорошо, что я им иногда даже в обычной жизни кисточкой пользуюсь. Дальше, побежим с вами дальше. Абсолютно новейшие новинки. Это у нас вот такие вот Happy Sparkling Lights Happy. Очень понравились. Чем? Тем, что у них реальный аромат какого-то праздника. Вот этот спрей, ну, он, в принципе, для всего. Вот эта парфюмерная композиция идет, разработана во Франции. Представляете, как классно. Способ применения у него простой. Распыляйте куда хотите. На постельное белье, можно на себя, если хочется. Можно просто для свежести в доме. Очень приятный, нежный, легкий, классный аромат. Я прям балдею с такого. Далее. Вот такой вот ароматический диффузор. Я обалдела с его аромата. Он мне безумно понравился. У меня его уже забрала дочка. Я себе уже заказала новый. Прям хочу праздника в доме и вам рекомендую. Он очень вкусный. Так, ну надо же так закрыть. Руки-то сырые. Хватает примерно
месяца на полтора. Очень вкусный аромат, еще раз повторюсь, такой сладкий, приятный, именно аромат какого-то, вот знаете, праздника. Так, интересно, есть ли тут, а вот, эфирные масла, цитрол, нет, нету тут состава, растительная основа, без спирта, содержит эфирные масла, технология, так, медленно, ну не описано, чем пахнет. Ну вот я ожидала какие-нибудь мандаринки, знаете, вот это не мандаринки, это реально аромат праздника. Очень понравилось. Далее мои диффузоры все по чуть-чуть, я заказала все по одному. Ну, конечно, релакс и антистресс нравятся мне больше всего, и я их ставлю в спальнях. Всегда ставлю в спальнях, потому что они идут со стумулой. Антистресс 10.057 или 10.057. Сакура Матча Теа мне безумно нравится. Это очень наиприятнейший аромат, он крутой, он нежный-нежный, такое чувство, что вот какая-то зелень со свежестью вперемешку, я вот от него кайфую. Далее, релакс, это Black Amber, такой более грубоватый аромат, но тоже очень такой глубокий и приятный. Артикул 10.058, такое ощущение чего-то дорогого. Ну и Energy, я ставлю всегда где-то кухня, коридоры, туалеты, ну вот что-то такое, где вот ну не нужно быть энергичным. Если мы на ночь себе Energy поставим, то получится что-то не то немножко, согласны? Поэтому в спальню я такие ароматы, конечно, не ставлю. Это чисто мандаринка, апельсинка, такой сладкий апельсин, без кислинки, такой приятненький. Артикул 10.056. И позитив, это аромат Дейсиватор. Вы знаете, что-то такого тоже сладкая какая-то свежесть, очень-очень приятная, нежная, суперская такая. Дальше заказала Викуське, что-то не знаю, что у нас случилось. Мы очень плохо засыпаем ночью. Из-за того, что плохо засыпаем, хотя я с ней лежу час, может быть, два я могу с ней лежать. Папа с ней ложится. Такой вот маслице. Именно антистресс. Оно пахнет очень приятно. Мне тоже нравится, я обожаю. Так, значит, тут идет лимон, мята перечная и перец черный. Его можно наносить куда угодно. Виски, задняя поверхность шеи, плечо. Вот я ей наношу немножко на виски, на ручки и чуть-чуть на подушечку могу нанести, накапать. Просто шикарно. Буду надеяться, что он тоже поможет, потому что к мелатонину, походу, она уже привыкла. Далее взяла релакса. Состав лимон, бергамот, сосна, можжевеловые ягоды и кедр. Помогает снять напряжение, способствует эмоциональному развитию, успокаивает разум и чувства, помогает восстановить жизненные силы. Такой вот классный. Тоже взяла специально для Викуськи. 12.97 артикул. Мы еще задолго, как появились аромалампы, Викуське купили в комнату увлажнитель. И вот сейчас вот этот увлажнитель мы будем капать ей пару капелек, чтобы не переборщить. И ближе вот где-нибудь в 6-7 вечера накапаем, посмотрим, уснет ли она спокойнее. Набрали ей целый арсенал всего. Мелатонином тоже брызгаем, но уже что-то она как-то не хочет. Ну и мой любимый аромат счастья. Хэппи-хэппи. Это тоже композиция эфирных масел. Вот, это радость, это воодушевление. Хорошенький очень аромат. Тоже лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут, герань, лаванда, мандарин. Он, ух, взрывной, классный, вкусненький. 13.43, очень нравится. Ножики. Итак, первый нож Санатоку. Это не новинки. 910.005. Но пришло время менять ножи. Причем очень много ножей мы просто отправили в деревню. С ними все хорошо. И эти ножики мы решили взять на замену. Берем на замену. Он идет в чехле. Ну, слушайте, мне кажется, удобно и классно. Суперские ножики. И они лучше точатся, чем предыдущие. Предыдущих нам хватило надолго. Ничего с ними не случилось. Но все же решили подзаказать. Еще один нож для овощей. Это, наверное, единственный нож, который я заказывала из новой коллекции ножей Faberlic. Вы представляете? Кстати, ножи не дарят. Не дарите никогда ножи. Артикул 910.003. Ну, если не хотите от человека избавляться, то ножи не дарите. Поняли намек? Он тоже идет в таком чехле. Клевый, классный. Мы его берем с собой из-за того, что удобно этим ножиком крошить. Но еще мы недавно купили раскладной ножик, но уже не в компании Faberlic. Артикул 910.004. Ездим часто, и в поездках нож очень часто пригождается. Так, это у нас идет нож универсальный. Вот такой классный чехол. Мне прям нравится. И сам нож. Очень острая, конечно, до безумия острая. Следующий нож Санатоку 910.006. Вот они, конечно,
идут в очень красивых коробочках, но вот я считаю, что все равно дарить их не надо. Вот такой огромный нож, это я люблю такие ножи, очень удобно что-то крошить, шинковать. Берешь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, смотрите, хоть бы что, картонку прорезал. Прям обожаю, когда большой нож, невозможно им порезаться, мне нравятся такие большие ножи. Так, и далее нож поварской, вот это тесак. И мясо, и все можно разрезать, целую тушку разделать. Обалдеть, какой огромный нож. Да уж. Так, дальше. Новая новинка. Тоже впервые на моем канале. Артикул 6735. Это масло. Масло-сушка лака для ногтей. Чем оно мне понравилось? Тем, что оно действительно, когда вы накрасили ногти обычным лаком, а я красила ногти обычным лаком, капаете сверху, и оно сушится быстрее. Это вот такой вот прям водичка какая-то, видите, все утекло. Запах, ой, что-то какой-то горький лимон, что ли, или просто лимон, ну, лимоновый аромат. Тут написано, что всего одна капля значительно ускоряет процесс усыхания лака. Да, действительно так, прикольно. Ну вот дома классно, вот с собой в поездку, например, я забуду взять. Еще хочу похвалить одно масло. Я им уже пользуюсь вовсю, как вы видите. Я его уже тестирую вовсю. Оно мне нравится. Это микс драгоценных масел за уход за ногтями и кутикулой. Артикул 7645. Оно действительно классное. Почему у меня тут кисть для помады? Потому что мне нравится, когда я сижу, что-то смотрю. Я таким образом макаю. И у меня ручки всегда чистые. Макнула. И начинаю вот так вот ухаживать, наносить. И у ногтей всегда приятный ухоженный вид. То есть сижу так кисточкой под кутикулку, подлажу. Тут свой натуральный накаток. У меня ногти натуральные, но с покрытием получается. Вот так посижу, понаношу. В общем, долгоиграющая процедура, когда что-то хочется, вот, знаете, посидеть, посмотреть. Я очень нетерпеливая, и мне прям очень нравится, что у меня есть возможность вот так посидеть, поухаживать. И потом я закрываю, и все, вуаля. Когда совсем кисточка грязная, я ее кладу в посудомойку. Эта кисточка хорошо в посудомойке стирается, проблем никаких не бывает. Это у меня абсолютно новая новинка, как вы видите, уже тоже с кисточкой. Чем оно мне понравилось? Монарда плюс витамин Е. Монарда — это антигрибковая штука. Вы можете мазать ногти и на ногах, и на руках. Это очень классная вещь. Антигрибковая. Итак, значит, что о нем вообще пишут? Масло монарды для ногтей и кутикулы. Витамин Е тут идет в составе. Он восстанавливает, питает ногтевую пластину. Также он предотвращает появление трещин заусенцев. Является вспомогательным косметическим средством при грибковых поражениях ногтей. Он помогает лечить ногти. Видите, монарда, витамин Е. Вот. Поэтому вот так вот. Оно, по идее, такое, знаете, жиденькое. Сейчас я капну. Вот оно. Ну, не совсем как вода, но практически. У него грубоватый аромат. Ну, практически я его не чувствую, но все равно. Мне с пипеткой неудобно, вот когда не хочется пачкать пальчики, я макнула и вот так вот прошлась. И оно очень быстро распределяется, и оно мгновенно сохнет. Мне ужасно понравилось это масло. Оно прям как будто вот впитывается целиком и исчезает. Вот это прям 5 с плюсом за это, потому что вы не будете ходить с грязными ногтями, с жирными, на которые там налипла куча всего из-за того, что масло не впиталось. Вот вроде бы оно тут есть, видите, как вот с этим маслом. Вроде бы оно тут есть, но оно вот это масло дольше впитывается. А вот это, оно прям мгновенно сейчас все впитается и ничего не останется. Очень понравилось. Также могу сидеть, ухаживать таким образом. Вообще 5 с плюсом за это. Очень люблю, и меня это как-то вот успокаивает, когда я что-то долго сижу, смотрю. Там новичок мне, например, Аня, посмотри мое видео, и я понимаю, что надо долго сидеть смотреть. А иногда бывает 5 новичков просят посмотреть 5 видео, а видео бывает там по полчаса, например, то это уже напрягает. Далее хочу вам показать такой огромный календарь. Смотрите, какой большой. Он просто не огромнейший по сравнению с моей рукой. Артикул 781-207. Можно такой заказывать. Вот у девочек я видела такой несколько раз на пункте выдачи. Крупный такой, очень плотный, качественный, прям супер. Ну и также огромный чайник. Вот он на подарок. Самое, наверное, что не есть, наиотличнейшее. Артикул 910-382. Вот такой вот он большой. Но он
простецкий, коричневый такой хорошенький цвет. Мне нравится. У него есть инструкция, срок годности, конечно же, есть. В общем, обычный чайник. Прям обычный чайник. Открываете. Ну, это я включила, выключила. Тут открываете на крышечку и таким образом наливаете и закрываете. Тут, мне кажется, ну нет, есть, конечно, какая-то защелочка и ситечка. Угу. Вот видите, ситечка есть. Такое небольшое. И коробка есть, и инструкция есть, и все там серьезно было сложено, пенопласты. Поэтому я считаю, что отличный будет подарок. Кто ищет подарки на Новый год, самое-самое то. Далее заказ кучи кисточек. Щеточка для бровей 910-130. Очень ее люблю, нравится, упругая такая, классная. Так, 910-131 это кисточка для бровей. Не всегда она мне нравится, но подзаказала. Хорошенькая такая кисть. Угу. Далее очень нравится кисть для тонального крема, но кисточки я очень часто стираю, и из-за этого у меня частенько кисточек не хватает, потому что они долго сохнут. Артикул 910-136. Так, кисть для консилера. Кстати, заметили, упаковка клевая и классная. 910-137 у всех кисточек. Поэтому их будет здорово дарить. Очень приятная такая упаковочка. Подарили там, допустим, 5-6 кисточек. Шикарный подарок. 910-137. Упругая. Действительно, очень хорошо наносится консилер. А еще мне нравится ей наносить влажным способом мерцающие тени на подвижные века. Тоже хорошо наносит. Кисть для нанесения теней. Артикул 910-133. Тоже частенько стираю, поэтому взяла в запаснике. Кисть для растушевки карандаша. Она может быть для растушевки карандаша, в принципе, любого. Что на губах, обратите внимание, будет прикольно. Что стрелка у глаза тоже будет прикольно. Поэтому у меня таких вот малюсик очень много. Они очень удобные. 910-140. Пинцет. Вот недавно вы скажете, что я заказывала пинцет. Заказываю второй раз, потому что муж у меня его схватил. И что-то сделал там по своему мужскому предназначению, не знаю, что он делал, но весь пинцет просто перестал щипать, потому что тут все вот было перезагнуто, перевыгнуто. Артикул 95-76. И далее кисть для пудры. Классная такая, средней плотности кисть. Очень хорошо набирает пудру, очень хорошо ей растушевывать. Она упругая, 910-135. Далее кисть для румян, 910-138. Частенько ей даже наношу тени, потому что нравится вот так тяп-ляп, делать какие-либо блики. Например, наношу пудру на скулы и также наношу на века, неподвижные верхние, уже которые. И получается шикарно просто. 910-138. Кисть Кабуки 910-139. Тоже хорошенькая, очень упругая, очень удобная. Ей вообще удобно делать все. Особенно наносить пудру, бронзер, вот как бы затемнять. У меня таких кисточек тоже много, и мне надо больше, потому что я уже вижу, если на ней что-то светленькое, это значит, я пудру пользовалась. Если на ней что-то блестящее, это может быть бронзер. Поэтому мне таких кистей надо много. Не люблю, чтобы... Ой, какие няшные они, я не могу. Не люблю, чтобы вот одна кисточка на все случаи жизни. Далее шарик, соль. Морская для ванны с глицерином. По идее, идет очень вкусненько, пахнет. 29-45. Я попробовала одну, она не так сильно бурлит, как бы хотелось. Но опять-таки и ванну подкрасит, и запах очень приятный, и за кожей уход тоже приятный. Она вот ухаживает за кожей очень-очень хорошо. И на подарок будет просто идеально. Очень понравились коврики для ванной. Видите, какие они интересные. Прям мягкие, клевые. В них скапливается вся влага. Стирать их одно удовольствие. Вот он лежит, допустим, 2-3 дня. И потом в стирку. И стирается отлично, не рвется ничего. Заказала побольше, потому что зимой, как показывает практика, такие коврики нельзя сушить в стиральной машине. Потому что вот это вот может расплавиться. Они не катятся, что здорово и классно. И в стиральной машине их тоже не посушить, они могут расплавиться, вот это дно. Поэтому заказала еще один для того, чтобы пока там два сохнет, третий вот чтоб лежал. Артикул 910-271.
Размер, кстати, у него был 58 на 39. Далее новый цвет полотенца, банное бирюзовое, артикул 910 302, размер 70 на 140. Я им легко оборачиваюсь, классное полотенце, хорошо впитывает, очень такой приятный цвет, прям в компании Faberlic полотенце супер мега качественные. Взяла патчи 70% скидкой, это обязательно у меня, наверное, в каждом заказе, можно даже артикулы, думаю, не называть. Так, календарик. Это новая новинка, впервые на канале. Артикул 781-205. Такой вот классный. А его можно ставить и помечать, что вам нужно. Вот таким вот образом поставили. И перелистываете. 2023 начался. Хобана. И с этой стороны, кстати, красиво, и с этой красиво. И все, вы видите, что у вас будет происходить. Даже есть место для пометочек. Допустим, сделала пометочку, поставила. И знаешь, что у тебя тут. Допустим, парикмахер, ногти, массаж, вебинар. Хорошо. Клевенько. И также 2023 год. Большой висячий календарь. Артикул 781-206. Это прям мега-мега большой. Каждый год его заказываю, и каждый год у меня его кто-то выпрашивает, и он мне ни разу еще не висел. Очень приятный свежий цвет, мне нравится. То, что любит наша кожа, Faberlic вдохновляешь на лучшее. Faberlic BioBest, лучшая команда, наверное, как-то так переводится. Красота. Вешаете, регулируете, ну, обычный календарик. 100 лет не пользовалась таким набором. Это химический пилинг с ахакисотами, артикул 12-18, и микродембразия и энзимный микропилинг с артикулом 12-28. Также третий слой — это сос-терапия и восстановление SPF 8-12-17. И, конечно же, сама умывалочка, которой нельзя умывать глаза ни в коем случае. Это очищающий мусс для лица с энзимами, артикул 12-19. Для начала вы наносите этот мусс с энзимами, умылись. Подождите, пока он поработает. Для начала вы сняли косметику, потом этот мусс. Он у вас поработал, вы его смыли. Действуйте до времени инструкции. То есть он такой, знаете, долгоиграющий. Потом, значит, мы с вами наносим шаг А с артикулом 12-18. Это химический пилинг с ахакислотами. Он выглядит таким образом. Хорошенький такой. Мы с вами его наносим. Он полностью новый, поэтому будем ждать. Нанесли, распределили по лицу. Подождали, смыли. Кого-то может щипать, кого-то может не щипать. Тут очень четкая инструкция, поэтому будьте добры, ее почитайте. Это, в принципе, серьезная процедура, альтернатива салонной процедуре. И нужно быть внимательным очень к своей коже. Умыли лицо после шага А. И далее наносим шаг Б. Это микродембразия и энзимный микропилинг. Он выглядит уже таким образом. С такой вот защиточкой идет. У меня вот этого всего хватает на 2 раза, а вот этого на очень долго. На 2 раза почему? Потому что я делаю зону декольте. Нанесли. Да и средств я не жалею. Кстати, запахи у них такие сносные. Названия у них такие ух. А запахи нормальные, сносные, хорошие. Наносим, разносим. Это что-то типа скраба, потому что мы с вами ороговевший слой размягчили, там все такое прочее. И сейчас скрабируем. Скрабируем по-хорошему, по-хорошему. Убираем все частицы. После того, как все сделали, опять-таки смыли хорошенечко. Вот микродембразия, она действительно микро, но она работает, ну что тебе наждачка. Очень остренькие такие маленькие штучки, их очень много, и лицо нас скрабирует великолепно. И она, кстати, очень такая экономная тоже штукенция, ее тоже много не нужно. И потом, когда вы все смыли уже, у вас на коже ровным счетом ничего, вы не чувствуете вот этих вот скрабинок, кожа у вас очень хорошо очищена. После этой процедуры ни в коем случае нельзя выходить на прямые солнечные лучи. Лучше делать вечером эту процедуру и 12 часов не выходить. А блондинкам, склонным к пигментации, лучше вообще 24 часа на солнце не появляться. И SPF 8, сос-терапия и восстановление, потому что без сос-терапии и восстановления никак. Никак. Почему? Потому что очень кожа чистится хорошо, чистится великолепно, поэтому нанесли.
за личиком поухаживали. И если, конечно, вы эту процедуру сделали и вам куда-то надо срочно бежать, я вам рекомендую даже не SPF 8 наносить. Вот вы его нанесли, тонким слоем он у вас питался, все нормально. Наносите SPF 50. Вот серьезно вам говорю, потому что если кожа склонна к пигментации, то не повредит. Мой вам совет, очень хороший совет. Этот совет мне дала одна девушка, хороший очень косметолог, не вредный, клевый, классный, который заботится о людях. Так, заказала мини-версии. Это уже не новинки, артикулы говорить не буду. Морские воды. Скоро 23 февраля и так далее. Будет что подарить. Это одна из моих любимец. Взяла 70% скидкой. Просто обалденная парфюмерная водичка. Так и называется Биосим 6210. Очень приятный вкус. Заказала парочку. Буду пользоваться с удовольствием. Это тоже заказала на подарки. Как вы знаете, у нас бывают распродажи таких вот парфюмерочек. 30 малые. И я тоже забрала на подарки. Вот помните, я сколько раз на подарки заказывала. У меня сейчас в шкафу пусто. Потому что прошел форум. Я все эти парфюмерочки собрала и увезла в подарок. Женская инкогнита 3020, мужская бьюти кафе каприз. Ну вот инкогнита, это такая грубоватая водичка, реально инкогнита, не поймешь, как ее описать. Бьюти кафе каприз у нас идет с артикулом 3040. Это действительно каприз, это такая пудровая, яркая, очень сильно сладкая вода. Но у нас есть мурмур, она еще слаще, чем это бьюти кафе. Далее бьюти кафе обычная, это такой женский дорогой аромат, очень приятный, слегка такой грубоватенький, 3022. И дезирабль, это сладкий, насыщенный, очень стойкий. Не знаю, я какую-то вишню, как будто немножечко где-то издалека, какой-то оттеночек есть такой. Артикул 3083. Очень приятные воды. Шарики для устранения запаха в холодильнике, постоянно их беру. Артикул 111.60. На мой взгляд, работают они отлично. Далее у нас с вами перевыпуск Беллюма. Я так понимаю, из плоской упаковки они перешли вот в такую упаковочку, и я очень рада, что это произошло, потому что это более круче, нежели в той упаковочке, потому что все время лопатку мой, хлордиоксидином протирает, тут вжих-вжих, раз-раз, и, конечно, к ним рука больше тянется. Итак, жасмин у нас с вами идет 35+, дневной и ночной, пробовала его, обалденный просто крем, 0689 и 0688. Советую, прям советую, еще есть сыворотка у них, но сыворотку я не заказывала, вот у меня сейчас такая красная есть, я пока на ней остановилась, и в принципе сыворотку я могу со всеми тремя средствами израсходовать. Далее дневной крем для лица 55+, 0692 и 55+, активное омоложение кожи 0693. Кремы действительно суперские, они окупаются. Вот эта линейка, я вообще от нее без ума. Я просто без ума от нее. Я помолодела в жаре на курорте, хотя я северянка. Вы понимаете, вообще супер, просто супер штука, 45+. Наверное, мой вот этот вот возраст не по паспорту, а биологически, скорее всего, я старше своего возраста, потому что у меня есть вредные привычки, я очень много езжу, я не соблюдаю режим сна, циркадные ритмы у меня 100 лет назад уже нарушены, потому что я сетевик, который любит потыкаться в интернете, это очень плохо, поэтому, конечно, да. 0691 – это ночной крем для лица, и 0690 это активный лифтинг крем дневной. Очень понравилась линейка, пройду с удовольствием еще раз, с превеликим просто удовольствием. Вот эту линейку у меня проходила свекровь, тоже была в восторге. 55+. Но сейчас есть 64, поэтому я, скорее всего, ее пройду. Потому что очень часто слышу от нормальных, хороших, классных специалистов, действительно с образованием, что если вы используете кремы, которые вам не подходят, эта кожа может и не взять для себя. Она берет только то, что нужно ей. Поэтому здорово. Взяла по 5 штучек гидрейна и антипаразита. Не хватило нам. Значит, гидрейн идет 157-71. Он, кстати, мужу у меня очень сильно слабит. Поэтому с ним поосторожней. Ну, муж это надо, он же на марафон по управлению весом сейчас сидит на велнесе. Далее антипаразит 156-68, это всей семье можно иногда вечерком и сидеть попить. Горький, противный чай, честное слово, но очень действенный. Далее витамин С плюс цинк, а нужно пить по одной штучке 2 раза в день, запивая стаканом воды после еды.
можно полстакана воды. Такой порошочек, можно порошочек просто в рот высыпать, он такой не противный. Это можно в капсулах принимать. Пить нужно всем, всегда и практически на постоянной основе. Вот я Селен с Вальберис 100 таблеток до сих пор пью, уже 2 месяца, наверное. И вот скоро Селен будет у нас. Далее, омега-3 Форте. Очень много отправила папе. Артикул 157-79. Недавно у меня муж сдавал анализ крови. Ему сказали, кровь густая, пить много омеги. Он сейчас пьет по 3 штуки, 3 раза в день. Дали прям 2 недели ударными дозами пить. Ну окей, 157-79. Далее, омега-3 с глицином. И Кузька, слава богу, стала кушать. Поэтому 157-80. И вот не знаю, что они такие красивые пришли. Такие прям чистые, супер-супер. Прямо из упаковки на стол. Масло кедровое живица. Я его взяла 10 штук и еще 10 заказала. Весь коллектив у меня на работе пьет живицу. 5 штучек с утра на голодный желудок обязательно пьет. Это очень крутая штука. Я, конечно же, сама ее тоже пью. 157-28 артикул. Соли взяла тоже побольше. 161-46. Соль уэльская. Она без всяких привкусов, приправ и так далее. Обычная соль, просто с пониженным содержанием натрия. Это идет мешок для стирки деликатного белья. Длина у него 50 сантиметров, ширина 40 сантиметров. Он очень не маленький. Можно любое белье постирать, даже бодики свои, там кофточки какие-то, может быть шерстяные, еще что-то. На замочке, замочек не цепляется, все великолепно. Сеточка очень грубая, но бывает иногда две деликатных вещи, их можно запустить вместе, а сеточка одна или две у нас сеточки, не помню. Ну, очень неудобно. Хочется хотя бы 3 таких сеточки иметь. Артикул 110-44. Полезная вещь для меня. Далее. Конечно, нравятся эти патчи, но мне кажется, что они не худят. А может, я еще просто не прошла. Вот они такие. Они приклеиваются. Их тут по 3 штуки в упаковке. Ну, что могу сказать? Приклеиваются очень сильно. Артикул 13-39. Я заказала еще для эксперимента 2 упаковки. Одна у меня есть, и я еще 2 заказала. Стоят весьма такие немаленькую сумму. Ну, посмотрим, может быть, и будет результат. Но, по идее, через день мне их надо клеить. Я с врачом советовалась. Она сказала, что оптимально это клеить через день. На 5-6 часов. Ну окей, будем так делать. Был чай по распродаже, тыкнула пару коробочек. Фисташковый с ромашкой, как же без него. 160-53, лучше перебор, чем недобор. Кетчуп классический. 160-50, любимый кетчуп мужа. Тот кетчуп он кушать не стал. Так, а ты кто? А, венчик, ребята, вы представляете, когда-то в новинках не было венчика, и потом я его пропустила. Я же заказываю все новинки из раздела новинки, а там его в наличии не было, я про него забыла. Тут смотрю, у Екатерины Кругловой, это директор в моей второй линии, первая линия Ольга Дубяга, и вот такой вот венчик. И он до такой степени классно взбивает. Вы просто вот так вот пальчиком, то есть вот таким образом он взбивает все наивеликолепнейше. И я сейчас сижу и думаю, и что же я мучилась, почему я его сразу не заказала. Вот это вместо вилочки, да, взбивать вместо вилочки, когда не хочется заряжать блендер, мыть блендер. Повзбивали, что вам нужно, таким вот быстро-быстро-быстро, видите, он крутится. На камеру, конечно же, будет не видно, что он крутится. И после этого просто под воду промокнули, ополоснули, все, он чистый. Не надо доставать никакую там машину из какого-нибудь шкафа. Ну все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно, если я была вам полезна.